вызывают такси, и мы садимся в такси, и приезжает чувак, вот этот, знаешь, короче, который в майке, и у него вот здесь вот эта татуировка, типа водоросли какие-то, знаешь, ну вот эта абстракция, вот это, знаешь, ну раньше было модно. И в таких очках, у него такая вишневая какая-то машина, такого какая-то российская. И он сидит, и ему говорит, этот, сидит с похмелья, организатор говорит, а в 11:05 поезд, типа, успеем? И он такой, нет, конечно. Потом вот так снимает очки и такой, если не нарушать. И организатор такой, а если нарушать? Он такой, а сколько сверху даешь? Он такой, 600. Пристегивайтесь. И я такой, ебать. И я пристегиваюсь, присовывается организатор, и он берет эту магнитолу, вот эту самую уебанскую, знаешь, которая всеми цветами сверкает, выкручивает на полную, и вот это вот звучит музыка типа «I want to be fucking one». И он как ебанул. Я прям еду, вообще так страшно мне никогда не было. И он прям нарушает вообще все нахуй на свете за эти 600 рублей. Он, блядь, я думаю, будет человек бежать, он его задавит. Я такой, чувак, прости, блядь, 600 рублей сверху. И он прям едет очень страшно, 150, он навстречку вылетает. И вот такого мучения, типа, и мы доехали реально, типа, вместо полтора часа мы доехали за 45 минут. И он, я тебе клянусь, это, я не знаю, шутка это, которая переработана там, или он едет и такой, ну, мы уже подъезжаем, уже в Липецке все происходит, уже в самом городе он продолжает так ехать, и он в какой-то момент поворачивается такой, какой вагон? Я тебе клянусь, какой вагон? Он вот так сказал. И я такой, блядь, сейчас посмотрю, я начинаю лезть, говорю, третий, он такой, да я шучу, ебать, ну, типа, ну... Я подумал, да хуй его знает, кто ты такой вообще. И он подъезжает, причем подвозит меня прям, то есть он говорит, я тебя сейчас подвезу не к центральному входу, а к калитке, ее можно будет перепрыгнуть, и ты сразу на перроне. И реально он меня подвозит к калитке, и я вижу, что там типа калитка вот так где-то, то есть я ее могу перелезть. И типа, и там вот, ну, уже можно сразу зайти как будто бы в поезд, а там уже пройти, если он будет отходить. И мы, значит, приходим, и я достаю вот эту свою, блядь, сумку из этого, и он такой, скажи честно, штаны надел. Я такой, блядь, пиздец, страшно. Да ладно, что бояться. Такой чисто, знаешь, и потекло по штанам, типа, ебать, я Торетто, конечно.